Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Небольшой циклон опускается на юг, разрывая антициклон зоной облаков и осадков, смягчающей морозы. Затем антициклон снова сомкнется, но начнет уступать Западную Сибирь настойчивым западным циклонам. А теперь более подробный прогноз. В субботу, 16 декабря, в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В ночные часы минус 22-24, днем температура составит минус 14-16 градусов. В последующие двое суток осадков не ожидается и похолодает. Ночные температуры составят минус 28-30, в пригороде похолодает до минус 35 градусов. Днем 17 декабря синоптики прогнозируют 25-27 мороза, а в дневные часы 18-го столбик термометра покажет минус 18-20 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю удачного дня!